Кричи, муслим отдыхает, их нету сегодня. Да, тут слабо пиво. Против четырех аурик проиграем сейчас. Американцы слабо играют. Почти выиграли. Не знаю, как вылез. Прикиньте, выиграли. Я думал, проиграем там. Этот ЛК не сходил. Слабый танк. Еще три боя сыграем и все. Эх, сзади. Сзади убьем. Тут болгарец, болгарцы, русский, немец.
Нормальный состав. Еще два Б. Желтая антенна. До сих пор желтая. Ну их тут мало тут. Да я прикинь, не взяла. Не смог взять, короче. Хватит их тут ходит. Так, кто-то сзади. Иди, беги. Тоже дельфин, да? Накрасится. Ой, косой. Промахнулся. Последний бой. Давай, давай, заходите. Фатих тоже заходи. Дойдет, нет? Ну все, ждать не буду. Фатих соло ушел, по-моему. Со всех сторон убили. Барма и Муталип зашел. Сзади. Этих мы выигрывали, когда четвером не играли. Этих мы выигрывали. Пускай выигрывает сейчас. Эй, что ставишь? Зависли все. Я тоже завис, да? Ну все, это проигрыш, значит.
Что-то игра гонит со вчерашнего дня. Гонит она, гонит. Ну давай, выкидывай сразу. Все, выкинула. Нет, я не поеду, я спать хочу. Ага, давай. Давай, давай, султан. Ну, 9-е место там. Ассасины догонят сейчас. Они еще час будут играть. Ну, за 1,5 дня так набить, это нормально. Если бы играли 3 дня подряд, то набили бы на. Вот как они, да? 800 набили они. Я так-то. Тоже ассасин. Тоже ассасин. Это латинец. Ричи набрал 400. И так далее, и так далее. ЭКХ давайте посмотрим. Ох, бля, накрасился нах. 30 000 на. Лохи. 2 раза проиграли нам. Кто еще там? А все же дальше уже неинтересно. Ладно, всем спасибо. В пятницу начнем играть Империю и так далее. Империю играть буду на своем танке, на змее. Аурига фул будет, выйду на нем. Бродяга будет играть на своем. И так далее. Ладно, всем удачи.